Празднование начнется в полдень на площади Зимнего театра. Оттуда колонна из 50 автомобилей и мотоциклов, украшенных российским триколором, проедет по курортному проспекту до развязки Адлерское кольцо и обратно. Завершится автопробег у памятника «Подвиг во имя жизни». В 3 часа дня торжества начнутся на площади Южного Молла. Здесь состоится выступление шоу «Мартинес», «Воркута Сочи», «Саундчек Стерео Кидс», «ДМС Морфи». Также пройдут массовые потешные игры. А в 17 часов начнется бой красками в стиле триколора. В Олимпийском парке празднование Дня государственного флага начнется в 9 часов вечера. В рамках эстафеты «Парад флагов» регионов России пройдет флешмоб. Несколько сотен волонтеров развернут на основной площади Олимпийского парка самые большие флаги России, Краснодарского края и единое полотно, состоящее из флагов регионов страны. Затем на сцене Медал Плаза участники телевизионного проекта «Битва хоров» и зрители исполнят гимн Российской Федерации. Завершится праздник концертом финалистки музыкального конкурса «Евровидение-2015» Полины Гагариной.